Вытаскивай только сразу туда с ними уходишь, а то здесь машины. Ну встал и встал, что? Слава богу, я не успел позволить. Чё, дедуля, все, встрял, да? Мороз, машина, ты сходи в сторону. Гоша, за мамой топай туда. Это потому, что у вас наклейки нет. Да, да, Юра. Это потому, что... Давай сразу. Если я один, то я закопал. Елочки, смотри, какие сосны красивые. Сосновый бор. Красивые. А ты, блин, приехал-то так-то, чтобы винить? Да, все запечатлено. Давай 100 рублей на внимание, машина идет, с дороги доставай. Уходим. А? Хоботок доставай. Моя Венера спроси. Чего? Хоботок? Рублей. А, спонсоры, спонсоры нашего мероприятия. Алкоголь, нефть. О, о! Да, пока не остановится. Ты выкинул из-под колеса. Иди проезжай туда. Ты что, челку-то снял? Иди вон там засними, как красиво. Кого? Да подожди, дойду еще. Я здесь паркование снимаю. Иди отсюда. Девочка. А где дети-то? Да вон там они. Вчера его мы на Уфраунд ездили, Вишнила ездила. Кстати, это начало уже. Да? Закапывай обратно. Бери, давай, чайку и пей. Подожди ты, чучело. Вот чучело снимаю. Ты получше. Гоша, не трогай шарики, паразит.
сколько вас много. Ничего. Во всех играх и не расходиться до конца мероприятия. Мы организовали для вас две площадки, одну взрослую, которая будет вот здесь вот, детская, за деревом, справа от меня. За участие и победу в конкурсах на взрослой площадке будут раздаваться лотерейные билетики. Вот такие вот голубенькие, красивые, которые состоят из двух частей. В конце праздника будут разыгрываться призы от наших спонсоров. Первый спонсор у нас — Дары Сибири Омск. Очень вкусные штуки из леса. Черный пивовар. Саша, где ты? Вот он. Так, магазин Шатун. Артем здесь, не здесь у нас, не вижу. Да-да-да. Так. НВ Вуд. Эксклюзивное изделие из дерева. Посмотрите. Так, домашняя винокурня Сидорякин. Я думаю, многие знают его продукцию. Ну и небольшие подарки от клуба «У вас Патриот». Огромное спасибо им за поддержку. Кстати, кому интересно, всю продукцию, предоставленную ими на призы, можно приобрести у них лично. Так. И еще, как вы понимаете, организация таких праздников требует вложений не только физических, но и материальных. Так что просьба помочь финансово. Для этого необходимо всего лишь приобрести небольшую красивую памятную наклеечку. Гоша, наклеечка у нас у хранителя самовара, Юра. И еще у нас есть Игорь Патриот. У него тоже в кармашке есть наклеечки. Стоимость наклеечки 100 рублей, чисто символически. Лотерейные билеты не теряем, не выкидываем. Позже мы объявим, что с ними нужно будет делать. Всем спасибо. Алиса!
положила бы все. Марус, что ты сзади стоишь? Вон место сколько. Да вон место сколько, что ты сзади стоишь? Что? Не знаю, где где-то. А где Гоша, я не вижу. Есть, а, вон он, вон вижу. Тоже канат тянули? Не знаю. А, Гару, Гоша, канат тянули? Ну, она подгоняет, подгоняет. Так, еще 6 мужчин, пойдемте. Еще один человечек, кто самый храбрый? Ну? О! Да, знаешь, что это?
Давайте, на старт! Внимание! Марш! Пошли, 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 пошли! За лопатки. На старт, внимание, марш! Вот так, да? Вот, да, да. Давай. Костян, кричи, я тебя вызываю. Сейчас я вернусь. Давай. Я тебе все плохо размял, но... Андрюха, что за дела? Давай. Я ему реванс обещал. Андрюха, подожди меня. Подходи, иду. Вот, а ты следующий. Внимание. Чтобы когда начинаете падать, пожалуйста, тягивай бревно. Да ладно. На старт. Внимание. Марш. Опа! Молодец! Вот так татарская ига свергли. Ну, братан, без обид. Давай. Внимание! Марш! Давай, слева! Какие молодцы! Сейчас попасть трудно. Сильно бей. Ну, готовы? На старт, внимание, марш! Марш! Папа! Ну еще два человека и хватит. На ноги на него посмотрел, он такой по пояс расслабленный сидит. Ну, на старт, внимание, марш! Сам упал.